Привет, это Камчатка с Александром Петровым, культур-триггером быть легко и приятно. Душное камчатское лето за окном, температура под 30 градусов, не ветерка, а в прохладном уютном доме радостно и спокойно. Я, как культур-триггер, не могу не поделиться своим восхищением. Это книга большого русского поэта Дмитрия Мельникова «Иди со мной». Она вышла в свет еще в 2001 году в Москве. То есть то, что находится под обложкой этой книги, можно отнести к достаточно раннему периоду творчества поэта. Сейчас он пишет немного другие стихи, на мой взгляд, более глубокие, более яростные. Но и стихи, вошедшие в книгу «Иди со мной», тоже прекрасны. И не могу не отказать себе в удовольствии познакомить вас с двумя стихотворениями Дмитрия Мельникова, тем более, так как вы читать не умеете, вы должны быть благодарны мне за то, что время от времени я доношу до ваших унылых сердец шедевры мировой поэзии. Два стихотворения Дмитрия Мельникова из книги «Иди со мной». Там, где в дожди собирается голь, где от угара теплей бродит угрюмое сердце король чистых медвежьих кровей. Вместо короны на темени шерсть скипетра вместо змея. Быть одиноким и твердым, как перст, вечный удел короля. Только народ его беден и слаб, чуждым сердечный язык взяли и сонному сердцу меж лап длинной засунули штык. Плещется время, подобно волне, пятятся крабы минут. Желтое сало из ран на спине. Люди голодные пьют. И еще одно стихотворение, написанное чистым, прозрачным русским классическим стихом. К чему мне желтый свет пустынных вечеров и приглушенный смех, и трепетные тени, и монотонные движения богов, качающих гремушки откровений? К чему мне музыка их несусветных дел и странное младенчество поэта? Стихи не истина, у мысли есть предел. Жизнь совершеннее сонета. И есть, наверное, высокий свой резон в том царственном бездушии покоя, с которым жизнь выталкивает вон рожденных ею же собою. Наверное, есть деревья в шумной клир, поля с прозолотевшим хлебом, распятые орлы. Нет, мне недорог мир враждебен под враждебным небом. Я мучился, а был ли в этом толк? Я мучился. Грехи мои зияют, сверкающий крестообразный столб дрожит и гневно замирает над низостью моей. Эстрадный свет стоит в моей душе, и никнул голос в
поле, и ныне отпущаешь, звучит над смешкой, над свободой воли. Большой русский поэт Дмитрий Мельников. Книга «Иди со мной». Но книга эта давным-давно библиографическая редкость, поэтому читайте Дмитрия Мельникова на просторах Фейсбука. Ну и надо похвастаться еще одной книжицей. Это стенографический отчет первого всесоюзного съезда советских писателей 1934 года. Эта редкость еще большая, нежели книга Мельникова, потому что этот отчет в свое время был изъят из всех библиотек из-за того, что в нем были опубликованы выступления на съезде, а выступали там так называемые враги народа. Увлекательнейшее чтение, право же я вам скажу. А теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, если вам нравится знакомиться с сокровищами мировой поэзии на моем канале. Потому что, как я уже говорил, вы сами по причине неумения читать можете только смотреть телеавизор. Пишите комментарии. А если вы здесь впервые, то, пожалуйста, выполните рекомендации вот по этой подсказке в правом нижнем углу экрана, для того, чтобы не пропустить новые видео на канале. До свидания.